Сегодня, в День России, в национальный праздник совместно с администрацией города Каспийска мы организовали праздник, большую обширную программу, как для детей, так и для их родителей, на территории городского парка имени Халилова. В этот праздник принято проводить с семьей, отдыхать, прогуливаться по центральным частям своего родного города, района или поселка. Мы организовали этот праздник для того, чтобы еще раз вместе с горожанами прогуляться по парку, провести хорошее время с семьей, поздравить друг друга и, конечно же, пожелать здоровья. Сегодня большая насыщенная программа для аниматоров, большая работа, а для детишек это, конечно же, счастье. И изюминкой мероприятия станут конкурсы, которые проводятся сегодня на площадке перед Русгидро. Отдельная благодарность Русгидро, которая предоставила звуковое оборудование.